и соответствующего цвета. Это уже конец программы? Да, 24 минуты у нас. Да вы что? Всего. А я же не сказал главного. Голубая. Голубая карточка, а главное что? Что у меня юбилейный тур по России. Так. Это же только начало, 9 марта. А дальше по городам и весям. Да, ну прежде чем, да. Так что, любую голубую, ну просто, да, любую голубую, да, вот эту. Про тур-то, он стартует как бы в Крокусе. Он уже стартовал в Красногорске, в моем родном городе, 30 января, да, было. Было, значит, Владимир. А сейчас вот предстоит Коми, потом Татарстан, потом Оренбург-Орск, потом Мурманск-Апатиты, потом Астрахань. То есть такое... И все это вот как бы 55. Это все 55, да, есть, но уже не оттенков яркого, как он называется. Просто юбилейный тур. Хотя юбилеем, оказывается, это не называется. Видите, как я недавно выяснил. Юбилей нет, а тур есть. А тур есть. Вопрос на подумать. Есть ли у вас сейчас долг, который вы на самом деле не планируете отдавать? Долг? Да. Платежом трассе. Я думаю, что это не обязательно про деньги, кстати. Я понимаю, да, но нет. Нет? Я вообще все долги отдаю. И долг перед природой, перед жизнью, перед... Я бы еще бы с ребенком как бы вот с одним бы разобрался бы снова. Но я планирую его. Я не могу сказать, что я его не планирую. Все-таки даст Бог, и все случится. Понятно. Хорошо. Еще? Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».